Этого не должно быть. Карета скорой помощи святого Иоанна. Алло. О, алло. Я не могу найти интернет. Простите, что? Интернет. Он пропал. Не могу найти. Куда он делся? Интернет? Да, интернет. Почему у меня нет интернета? Сейчас 12:07. А у меня 3:30. Я что, звоню в другую временную зону? Да, типа того. Это скажется на стоимости звонка? О, даже боюсь представить. Слушайте, откуда у вас этот номер? У меня его дала женщина в магазине. Это же техподдержка, верно? Она сказала, что здесь мне предоставят лучшую помощь во всей вселенной. Что за женщина? Кем она была? Не знаю. Просто женщина в магазине. Так почему у меня нет интернета? Разве его не должно быть по умолчанию? Слушайте, я вообще не... А вы нажимали кнопку Wi-Fi, а? Погодите. Wi-Fi. Кликните по Wi-Fi и увидите список имен. Там есть что-нибудь знакомое? Оно требует пароля. Можно я схожу к Нине? Можешь позвонить ее маме. Конечно. Какой пароль к интернету? BUIP. 123. И как я это запомню? Это злой дух? Женщина. Погодите секундочку. Беги, умник, и помни. Один. Беги, умник. Два. И помни. Три. Что вы сказали? Да не кричите! Я из-за вас промазала. И меня снова выбросило. Что делать? Как вернуть обратно?